что такое хорошо и что такое плохо. Так начинается всем известное стихотворение Маяковского о детях и воспитании. Нравственности всегда придавали большое значение. В некоторых школах даже вводились предметы, обучающие детей этикету и нормам поведения. Сейчас все гораздо проще, но некоторые нормы еще живы. Бывшие выпускники вряд ли узнают то, чем стала Florida Prep сегодня. Но на самом деле многое просто приобрело иной вид. Различные нормы прививаются детям на специальных уроках и семинарах. Об их воспитании заботятся конкретно в пансионах. Да и сам процесс воспитания стал несколько шире. В общем, этой средней школе есть чем поделиться, для чего, собственно, и сделан данный обзор. Ну а нам есть что рассказать вам. Ведь мы уже 15 лет помогаем нашим клиентам сориентироваться в многогранном зарубежном образовании. Экскурсии, консультации с представителями школ, подбор программы, даже медицинская страховка. Ну или просто вопросы. Возможностей у нас действительно очень много, и каждый из вас может воспользоваться ими прямо сейчас. Наши консультации совершенно бесплатные, поэтому вы прямо сейчас можете переходить по ссылочке в описании, оставлять заявку, специалисты обязательно с вами свяжутся. Ну а теперь к теме. История школы Florida Prep началась в 1961 году. Она уже отметила 60-летний юбилей, так что история богатая и запоминающаяся. Многих, например, поражает, что до нулевых эта средняя школа была доступна только мальчикам. Причина кроется в специфике обучения. Здесь готовили будущих летчиков Вооруженных сил Америки. Этот факультет существует и по сей день, но сегодня двери этого учебного заведения открыты абсолютно для всех. В школе учатся с 5 по 12 класс. Рейтинги Florida Prep соответствуют международному уровню, так что здесь лучшие из лучших. Интернат поддерживает международные отношения, поэтому на пансионе вместе с американцами представители еще 20 различных стран. И в честь каждой новой страны в начале года поднимают флаг. Поэтому неудивительно, что подготовительная школа Флориды выпустила уже не одно поколение. Большая часть выпускников поступает в высшие учебные заведения, в том числе в самые топовые вузы мира. Florida Prep поддерживает внедрение технологий в процесс обучения, пользуется всеми возможностями STEM-программы. Каждый школьник, помимо математики, естественных наук и творческих начал, изучает еще и инженерию и программирование. Обучение в этой средней школе индивидуальное. Каждый ребенок формирует свое расписание сам, в зависимости от потребностей. Главное правило – хорошее состояние духа. В школе с каждым ребенком работает психолог, поэтому занятия будут не только востребованные, но и сбалансированные. Однако все зависит от ученика. Успешным студентам открывается намного больше возможностей. Например, есть курсы с отличием, курсы для повышения знаний, а также курсы при колледжах. Студенты, которые желают поступить в университет, выбирают несколько из 17 AP-предметов и готовятся вдвойне усердно. А еще выступают на научных выставках, посещают различные конференции и обсуждают насущные вопросы общества. Так, относительно недавно на базе инженерии и математики открыли курс робототехники. К тому же школьники по желанию могут получить смежное образование. Например, после прохождения соответствующих занятий лицензию частного пилота. Обучение в этой средней школе отличается строгой дисциплиной. Каждый год школьники сдают тесты. Например, в 6 классе каждый должен сдать SAT. Иностранцы, помимо основных экзаменов, могут приступить и к TOEFL, лишь бы было желание. Каждый класс отличается степенью подготовки. Здесь нет привычного нам разделения классов по буквам. Все работает по принципу уровня знаний – продвинутый и стандартный. На продвинутом уровне школьники больше изучают математику, естественные науки и английский. Кстати, в подготовительной школе Флориды помимо английского можно изучать французский, испанский и даже китайский. Тут уж как душа пожелает. Среди всех направлений здесь выделяется программа подготовки курсантов воздушных вооруженных сил. Здесь с 9 по 12 класс школьники отдают себя физическим нагрузкам, изучению законов аэродинамики, а также ребята тренируются на тренажерах. И расслабиться не получится. Но преподаватели понимают, что школьники не роботы. Так что 3 длинных рабочих дня чередуются с 2 короткими. Если вдруг вас испугало, что в этой школе готовят даже военных, то совершенно зря. Вообще-то нечто подобное есть и в британских, и в других зарубежных школах. Посмотрите наше видео о CCF, и вы сами все поймете. Ссылочку оставляю в описании. Florida Prep – школа довольно большая, и иностранцев в ней много. Каждый, поступивший в эту школу Флориды, может остаться в общежитии, которое расположено на территории кампуса. Есть 2 варианта проживания – 5-дневный и 7-дневный. Первый формат предполагает жилье только на время учебы, ну а 7-дневный, наоборот, постоянное проживание на территории кампуса. Но заскучать в 4 стенах точно не получится. Регулярные экскурсии и прогулки как в образовательных целях, так и для отдыха. Они проводятся здесь каждые выходные. И даже в будни школьники с большим интересом изучают космический центр Кеннеди. Ну а в теплую погоду они отправляются на одно из самых длинных побережий Америки. Между прочим, его протяженность почти 70 миль. Комнаты небольшие, рассчитаны на 2 человека.
Каждое помещение закрывается на ключ, ровно как и личные шкафчики школьников. Помимо собственной кровати, ученику выделяют удобный письменный стол. К иностранцам здесь относятся с особым трепетом. Многие помогают с изучением языка, рассказывают о культуре. Каждый приезжий селится в комнату с американцем. И это, конечно, считается дополнительной языковой практикой. Помимо специальной программы ESOL, разработанной для невладеющих английским. Подготовительная школа Флориды предлагает школьникам действительно широкий спектр возможностей. Помимо обучения, дети успевают и отдохнуть. Например, на территории общежития часто проводятся вечера смузи или викторины. А иногда все просто собираются вместе, чтобы приготовить острую чили-пасту или лапшу рамен. Тут уж как школьники пожелают. Для закрепления материалов ученикам Florida Prep часто устраивают экскурсии, а еще позволяют создавать собственные сообщества. На территории этой средней школы функционирует больше 20 клубов. Среди них особняком выделяется клуб садоводов, видеоигр или любителей азиатской культуры. Школьники глубоко погружаются в тему. Они даже соперничают друг с другом, устраивая соревнования. Кстати, соперничество, по мнению директора и преподавателей, это движущая сила успеха. Так что все ученики поделены на 4 факультета. Да-да, совсем как в Гарри Поттере. Гриффиндор, Когтевран, Пуффендуй, Слизерин. Даже цвета сохранили те же. Школьники проходят своеобразное разделение лишь один раз. Это может быть дом Коха, Стаффорда, Гриссома или Скотта. Менять их во время учебы нельзя, но приносить успех и баллы родному только приветствуется. Даже индивидуальные достижения идут в общую копилку. В конце года у школьников Prep наступает особенная пора. Неделя экспериментального обучения. Нет-нет, научных экспериментов им хватает и в специальных лабораториях. Здесь идет речь о других формах обучения. Каждый год школьники отправляются в небольшое путешествие, где проводят время с пользой и интересом. Например, десятиклассники могут отправиться в Грецию, изучать ее культуру и традиции. А шестиклассники — лицезреть прелести саванны или Большого каньона Америки. Не на картинках, а вживую. Тут уж как карта ляжет. Зачастую направление остается сюрпризом до самого конца. Между прочим, даже для преподавателей. Ну, знаете, так даже как-то интересней. Помимо всего, что я вам перечислил, школьники успевают еще и спортом заниматься. Особенно выделяют бейсбол, баскетбол и атлетику. Видов спорта здесь более 10, в том числе теннис, гольф и футбол. Любители же острых ощущений могут попробовать себя в серфинге. Большой список программ и курсов. Планомерная работа над целями высшего образования и карьеры, международный контекст, путешествия, борьба за кубок Хогвартса. Возможностей, которые открывают поступление во Florida Prep, действительно много. Почти столько же, как и у компании Мариади. В одиночку разобраться со всеми тонкостями зарубежного образования не всегда легко. Но вместе мы сможем подобрать идеальный вариант для ребенка. И не только в Америке. Наши специалисты работают по системе прямых соглашений с более чем сотней школ. Мы опекаем ребенка на протяжении всего обучения, доводим за ручку до диплома и помогаем продолжить обучение. Главное — определиться. Оставляйте заявку, и мы проведем бесплатную консультацию, и не одну, специально для вас. Помните, возможность есть у каждого. Главное — поверить в себя. Точно так же, как я верю, что вы поставите лайк и напишите комментарий. Если понравилось наше видео, обязательно жмите колокольчик и подписывайтесь на канал. Там действительно много чего интересного. Ну а пока, до скорого.